Доброе утро! Сегодня мы приготовим вкусный завтрак, от которого никогда не поправишься. Простой и вкусный салат с тунцом и яблоком. Для приготовления нам понадобится яблоко, яйцо, консервированная фасоль, тунец, чеснок и листья салата. Ставим вариться яйца. За это время открываем баночку тунца, сливаем жидкость и добавляем в салатник. Разминаем рыбу вилкой. Берем консервированную фасоль любого цвета. Измельчаем пол зубчика чеснока. Яблоко очищаем от кожуры, удаляем семена и нарезаем небольшими кубиками. Яйцо чистим, нарезаем на кусочки и добавляем в наш салат. Свежие листья салата мелко рубим и выкладываем верхним слоем. Солим и перчим по вкусу. Все перемешиваем. В отдельной емкости смешиваем греческий йогурт и немного горчицы. Эту смесь используем в качестве заправки. Несколько минут и вкусный и полезный завтрак готов. Кисло-сладкое яблоко придает свежесть и аромат салату. Наполняет гармоничной текстурой и сочностью. А свежие листья салата придают блюду особую изысканность. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита!